Юрий, когда вы видите новых учеников, приходящих к вам, наверное, некоторые из них беспокоятся, волнуются по поводу того, получится у них или не получится. Вы это волнение, страх видите сразу или оно проявляется в процессе? Дело в том, что я вижу сразу, они часто сразу говорят при знакомстве, они говорят, что мы боимся, что что-то не получится, получится. Я знаю одну истину, что когда мы делаем и думаем, что мы делаем, у нас все получается. Поэтому я говорю, не беспокойтесь, все будет хорошо. Как они преодолевают этот страх, волнение? Что им помогает в этом? Как правило, в этой ситуации я рядом как учитель, и под моим руководством я говорю, делай, не получится, исправим. Но, как правило, всегда у всех все получается, и они вот в то, что еще недавно не верили, становится для них реальностью. И когда у них получается то, что не получалось раньше, что вы видите со стороны, что с ними происходит? Они воодушевлены чего они в самом деле могут достигнуть, и в самом деле за короткий срок это важно. И у них повышается вера в себя. А почему вы так уверены, что сможете помочь им преодолеть практически любой страх, связанный с пошивом одежды? Ну, дело в том, что у меня большой опыт. И если это ничего глобального, и мы ничего, допустим, если человек ничего не отрезает, то мы всегда можем распустить и начать заново. То есть и в сотый раз вы начнете сначала, пока не достигнете результата, а результат гарантирован. Результат всегда будет. И даже если мы сделали какую-то ошибку, всегда есть метод исправления на каждое. Ошибку есть от одного до нескольких вариантов решения вопроса. Получается, что безвыходных ситуаций не будет. Даже когда вас съели, у вас есть минимум два выхода. Спасибо большое.